Всем добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, сегодня у меня у дочери день рождения. И мы недели две тому назад заказали на Васильке посылку. Света себе подарок выбирала на Васильке полностью, весь юный заказ. И должен сегодня он прийти. Поэтому мы сейчас с ней вместе идем на почту за юным подарком. Так что ждите, скоро видео появится на нашем канале. Если интересно, оставайтесь. И также будет сегодня небольшое такое празднование. Сегодня еще один сюрприз должен прийти для нее. Поэтому надеемся, будет весело. Так, сходили мы со Светой в город. Что взяла? Хлеб. Две булки хлеба взяла. Магазин есть. В смысле? А, тьфу, точно, в магазин сходили. Все, это я просто заговорила. Дальше. Морковки корейской 200 грамм. Ой, ё-моё, молока 2 литра. И упал пакет. Потом также купили сыр. 2 кусочка. Каждый по 99. Палочку, батончик такой колбасы. И батон копченой колбасы. Будем сегодня на стол накрывать. Ладно, получили также любимый Василек, пошла я его снимать. Если интересно, оставайтесь с нами. Видео вы увидите чуть позже. Приехал курьер, привез еще один сюрприз для Светы. Как вы думаете, что там? Я там заказала суши. Света говорила, что она не хочет сегодня рождения, ни шашлыки, ни что другое. Она хотела суши. Я заказала в этом пакете на 1000 рублей. Сейчас пойдем, Света на стол положим. Сделаем красиво и поздравим нашу Светланку. Подписаться и лайк. Подождите, я сейчас не могу еще дойти до сюда. Как она была, смотри, и все. Думаю, это раздуешь, все. Включила? Да. Света, загадай себе, пожалуйста, желание. Лайк. И сдуй потом свечки, лайк, чтобы оно твое желание исполнилось. Ура! Задуло! Включите свет, пожалуйста. Отодвинь пока торт. Ты мне как-то говорила, что ты не хочешь на день рождения шашлыки, а хочешь... Ты вот это хотела. Я тебе его дарю. Распаковывай. Дайте ножницы ей. Это будет всем на стол. Держи ножницы. И посмотри, что ты там хотела. Ты мне как-то давненько говорила. Это суши. Режь пакет, Свет, ножницами. Те же дали ножницы. Доставай все на стол, аккуратно ставь. Вот такие вот разные суши, короче говоря, мы заказали. Так, не считаем стол. Открывай первый лот, показывай. Вот такая вот красота. Дальше. Отставляй. Там должно быть 3 коробочки разных. Такие вот. Дальше оставь на этот же прям лот сверху. Они горячие, да, еще некоторые. Я заказала тебе разные специально. И здесь вот такие вот. Доставай из пакетика. Но это, Света, не единственный твой подарок. Ну, отодвигай пока. Следующее, что я хочу тебе подарить... Это вот такую, знаешь, непримечательную коробочку. Тихо. Непримечательная коробочка. А в этой коробочке для тебя сюрприз. Ювелирные первые твои украшения. Это серебро. Это браслет серебряный. Он идет позолотой немножко. Это березняка, когда мы были с подругой, я там купила. И вот такая вот цепочка на шее. Тоже серебряная. Все 925 пробы. И что это за коробочка-то? Покажи нам. И шкатулка, да, вот такая, чтобы ты могла хранить свои украшения. Вот давай оденем сейчас твои первые на тебя украшения. Это, Света, не простая бижутерия, как ты думаешь. Это натуральное серебро. Купленное, вот это вот куплено в Березняках. Это куплено в Соликамске. Все. Сейчас мы на Свету это все оденем и посмотрим. Ножницами срежь. Бирочки храни, старайся не выкидывать их. Цепочка на 60 сантиметров я взяла. Вот такая вот, давайте еще раз покажу. Вот такая вот цепочка. Она сверху тоже по золоту идет, но это все серебро. Вот.
925-я проба. А, не фокусируется. Это на цепочку. Один на браслет. И вот на браслет. Все. Угу. Одеваем. Ладно, сейчас примерим и покажем. Все, Светик одела цепочку. Ей хорошо по длине. И браслет. Я боялась, что он будет большой, но он нормально ей. С днем рождения тебя, доча! Всех мы хотим отблагодарить. О, сегодня очень много, да, Света, тебя поздравили уже. И всем приносим слова благодарность. И вот такой вот у нас тортик. Сегодня будет два торта. Сегодня у нас в гости пришел к нам подписчик Тима. Тёма. Также, да, лайк и подписка обязательно. Два торта. Вот это Свете на день рождения. Второй. Ну и суши. Сейчас всем раздадим тарелки и будем праздновать. Всех спасибо и всем с днем рождения. Кто, у кого сегодня день рождения, тоже поздравляем. Ты довольна? Да. Вот так вот мы посидели, суши поели, все довольны. Дети говорят, на, вот еще заказать. Я говорю, ну, если получится, мы закажем себе на мое день рождения. Если получится. Если не получится, если будет возможность, закажем. Нет, так нет. Вот так вот. Подарила ребенку золотые украшения. Золотые, говорю, серебряные. Все, пипец. И этот торт поели. Один торт еще даже целый, видите, остался. Вы знаете, это с оттенком золота. Оно позолоченное, что цепочка, что браслет. Мама. А внутри серебро, сверху позолотое. Но на браслете меньше позолота, он и дешевле стоил, чем цепочка. Цепочка прям большая позолота. Маша, есть пустые чипсы. Света собирается в город ехать с подружками там гулять. Я ей денежку дала, она сейчас поедет в город. Вот так вот. Что, Маша, все? Маша уже торт не влазит. Дети наелись и довольные. Катя так еще не наелась, да, Катя? Суши столько съели. Она еще и сыр сделала себе в духовке. Торт съели. В духовке. Ну, в микроволновке, какая разница. Света одела новые брюки с футболкой черные. Сейчас поедет в город. Ты сумочку какую-то... А телефон не потеряешь, с деньгами не боишься? А, у тебя же карманы большие. Да. Точно, телефон нифига полностью поместился. Все. Шкатулку-то прибрала? Мама. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот был мини-праздник домашний. Чисто так посидели. Папа на работе у нас, Ильюши нет. Подожди, Марин. И поэтому вот так вот. Ну, что смогли, сделали. Ребенок хотела как-то суши на день рождения, она получила. Тебе, Света, все понравились суши? Да, все понравились. Помногу поели. Оставили папе, оставили Ильюше, так как они еще на работе, их дома нету. Ладно, всем, у кого сегодня день рождения, всех поздравляю с днем рождения. Всем желаю крепкого здоровья, всем желаю всего-всего самого хорошего. И всем говорим пока-пока. Всем привет, дорогие друзья. Я сейчас нахожусь в пристрое, хотела показать. Я сегодня замочила целую кучу огурцов. Будем сегодня с вами их солить. Замочила их вот в таком контейнере. Помните, в Соликамске покупала. Целую кучу огурцов. Тут и наши домашние, и те, которые покупала, и все. Ну, покупала, я имею в виду, свои огурцы, не магазинские. И наши огурцы. Вот это вот наши огурцы такие. Потому что наши все колючие вот эти вот. Я не помню, как название у меня где-то записано. У меня название огурцов. И вот так иногда подхожу их. Ополаскиваю так. Мну, чтобы они тут замочились. Некоторые уже переросли. Вот этот перерос. Ну, ничего. Некоторые сделаю дольками. Хочу попробовать дольками посолить. Посмотрим, что получится. Ну, вот факт то, что вот столько огурцов замочила. Сегодня надо их все обязательно засолить. И также сейчас буду перетирать морковку. Будем кабачки еще сегодня. Кабачковую икру с вами сегодня еще будем варить. Так, вот так вот. Ладно, пусть дальше мокнут. Немножко потеребанили их, чтобы они лучше намочились. Которые сверху были, вниз ушли. Все, пусть мокнут. Так, моя задача сейчас вот эту вот морковку всю помыть, почистить и натереть, чтобы сегодня с вами варить кабачковую икру.
Дорогие друзья, у нас время день. Сейчас сразу деткам дам то, что я взяла. Сходила я, короче говоря, в магазин и купила вот что. Вот такой конструктор. На, Ваня. Вот такой конструктор. Они дешевые, на, Марин. И вот такой вот. Ну, тут непонятно, что будет внутри. На, идите, собирайте. Все, деткам отдала, детки довольные. Дальше взяла 3 туалетных бумаги. У нас просто туалетная бумага очень быстро заканчивается. Батон нарезной один. 5 литров молока. И орешки со сгущенкой, небольшой кулечек. Вот такие вот в целом покупки. Также у меня пришла посылка со штативами. Более подробная распаковка будет, иди там к Свете, более подробная распаковка будет на канале Влог Рукодельниц, потому что многим не нравится, что я здесь снимаю, поэтому переходите на канал Влог Рукодельниц, обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе всех новостей, что мы там распаковываем с вами. Так, ладно, дорогие друзья, пошла я снимать на канал Влог Рукодельниц.